Enough! Нужна твоя помощь, Сюнин. Только с той стороны. Заперто с той стороны.
заперли с той стороны. С той стороны. Покажи мне все. Что происходит?
Сюнин, разведай местность. Thank you.
Эйвор. Я по-прежнему с тобой, на самой кромке твоей памяти. Ты сумела укротить Одина в себе, но я все же не исчез. Я с тобой всегда, в самой глубине твоей хуг. Запрешь ли ты меня во тьме навек, до самой смерти подавляя эту часть себя? Или станешь у меня учиться, чтобы лучше понять, каким был мир в мои времена? Но не здесь, не при тех, кто никогда не поймет, что ты такое, кто мы. Разве ты не сделала для клана все, что могла? Прощайся же, отправляйся к дальним берегам и новым приключениям. Поразительно. Эйвор справляется с памятью Одина. Моя собственная борьба с Локи была бурной, но краткой, и привела к пониманию того, кто мы оба. Но куда новая борьба приведет тебя? Самое время для музыки Анимуса. Поиск дальнейших воспоминаний, фильтр по интенсивности эмоций, горе, жажда, печаль. Ага, есть. Образы из будущего. Посмотрим, куда Эйвор приведет нас. Ну-ка. Расправь крылья, Сюнин. Длинный дом короля Харальда. Здесь должен быть еще один фрагмент.
я уже близко. Юный Харальд снискал немало славы в наше отсутствие. Сколько прошло? Лет 12? Сигурд! Эйвор! Приветствую вас. Идем? Мне сказали, что вы посетите нас, но я не ждал вас так скоро. Крепкие мужи сгрудились у карты и пожирают ее глазами. Все как прежде. Да уж. Я полжизни провел за начерченными в спешке картами. Но этот край мы не хотим покорить. Людям там нужна наша помощь. Исландия? Да. Наш друг Ингольф пишет о бедах в своем новом поселении. Зимы там суровые, да еще зреет распря. Я отправлю ему воинов и припасы, поддержать порядок и пережить зиму. Похоже, сам Тор улыбается нам. Не зря же ты прибыл именно сейчас, Эйвор. Скажи, вы с братом готовы возглавить этот поход? Уверен, лучше вас двоих никто не справится. Эйвор, это судьба. Я ждал такое приключение. Скажи, что думаешь? Терзает ли твое сердце жажда странствий? Благодарю за предложение. Но меня больше не манят проторенные тропы. Я пришел попрощаться. Раз и навсегда. Раз и навсегда? Значит, ты покинешь и Англию? Да. Я отправлюсь на запад. Один, без спутников. В край, которого нет на картах. Но зачем? Узнаю лишь, когда прибуду туда. Я двинусь в путь завтра. А этот день мне хотелось бы провести с теми, кого я люблю. За сказаниями давних дней. Насколько давних? Достаточно. Понял, о чем я? Дядя, оставь нас. Принеси меда с жареным минкивалем на троих. Что ж, с чего начнем? Нужна твоя помощь, Сюнин. Корабль связан с воспоминанием. Фрагмент рядом. Сюнин, укажи путь. Thank you.
Да, воспоминание близко. Рискуй. Его лик обращен на восток. Славно. Так слухи не лгали. Великий завоеватель дал себя покорить. Эйвор, сколько зим мы не виделись. Слишком много, друг. Что тебя позабавило? Я тебя почти не узнаю. Неужто Гутрума сменил другой муж с мягким нравом? Знакомый тебе Гутрум и правда исчез. Теперь меня зовут Ательстан. Так я был крещен. Крещен, значит? В новую жизнь с новым именем. Ценой всего, чего ты добился. А, моя жертва далеко не так велика. Мы с королем Альфредом заключили крепкий мир. Он получил западную Мерсию, а я восточную Англию. Мы обсуждаем участь восточной Мерсии и севера. Даны пустят здесь корни, Эйвор. Их ярлом станет Христос. Это могучий бог. И его жертва дарует великие блага. Прощение, надежду, любовь. Скажи, тебе не хочется послушать его слово? Нет времени на новых богов. Я покидаю Англию. И пришел только попрощаться с тобой. Отправишься в земли своего отца? О, нет. В новые края. В поисках неведомого. А, приключение, достойное Одина. Ты явно разделяешь его тягу к познанию и странствиям. Разделяю, мягко сказано. Идем. Пока ты здесь, будем пить и рассказывать. Раз это наш последний пир, он должен стать лучшим. Воспоминаний Эйвора где-то неподалеку. Осмотрись сильно. Место то, время. Король. А, Эйвор. Добро пожаловать.
Легко ли дышится дома? Не так легко, как можно подумать. Я вернул себе власть много лет назад, но больше не принимал ее как должное. С тех самых дней на болотах. Я много сделал с тех пор. Гутрум и я шаг за шагом двигались к пониманию. Скоро мы заключим договор. Ты поэтому призвал меня? Чтобы найти понимание? Надеюсь. Ты в числе великих владык Мерсии. Твоя дружба могла бы стать благом для всей Англии. Заключим договор, Эйвор. И все земли к северо-востоку от поселения твои навек. В обмен на что? На клятву верности. Не мне, но Христу. И ордену, что я созвал от его имени. Это большая честь. Благодарю за доверие. Вот что я отвечу. Ты дал мне его много лет назад. Он очень красив, но тяготит карман куда больше, чем сердце. Это отказ? Не страшись. Это не начало нового раздора. Я отправляюсь прочь к далеким берегам. От меня тебе не будет беды. В поисках новых земель? Новых побед? В поисках себя. А, это труднейшая цель на всем свете. Что ж, в добрый путь. Да пребудет с тобой Господь Бог. Боюсь, со мной и так хватает богов. Твоему лучше выбрать другой дракар. Еще один фрагмент где-то здесь. Тем временем много. Эйвор, ты обдумал мое предложение? Нет, Хайсом, не обдумал. Значит, я спрошу тебя вновь завтра. Ха. Как столь скромный муж прячет столь большое сердце? О чем ты? Ты без устали трудишься ради чужаков. Борешься не за себя, не за свой народ, а за весь мир. Такое умение сострадать людям я больше нигде не встречал. А, спасибо. Ты не тревожишься за своих родных, за свой клан там, дома? Неужто ты не помнишь о своих корнях? У меня есть то, что ты зовешь кланом, но родных нет. Я рано осиротел. Возможно, из-за этого я и вступил в ряды незримых. Они относились ко мне как к сыну. Я тоже лишился родных. Но обрел другую семью, клан Ворона.
Ради них я готов пожертвовать жизнью. И я с той же силой дорожу многими людьми. Незримые принимают в свои ряды всех, а потому нашей любви заслуживает каждый. У тебя славная цель, Хайсел. Но я не смог бы сосредоточиться лишь на твоем кредо. Мой разум часто блуждает между настоящим и далеким прошлым. И я еще не понял, из-за чего. А, уже пора. Прости, Эйвор. Мы занимаемся строго по расписанию. Я понимаю. Удачи тебе с ними. Они своевольны. Есть что-то для меня? Воспоминания где-то у Рейвенсторпа. Покажи мне. Уже рядом, совсем близко. Здравствуй. Последнее воспоминание. Даже не дождешься утра? Мне нужно прибыть в Люнден до конца недели. Дружина ждет там. Ни с кем не попрощаешься? Мое решение всем известно. Но не день. Рандве знает, что ты отплываешь? Да. Мы уже попрощались. Скажи, Эйвор, к чему тебе все это? Помнишь мои первые видения? До прибытия в Англию. Один и Сигурд. Волки, норны. Да, пророчества, многие из которых сбылись. Валка, то были не пророчества, а воспоминания. Мои. Ну, не совсем. Они достались мне от другого, того, кто живет во мне. От моей второй Хуг. Понимаешь? Я боюсь, что нет. Мне долго казалось, что у меня лишь две возможности. Поддаться зловещим воспоминаниям или отвергнуть их вовсе. Но теперь я вижу третий путь. И с годами он манит меня сильнее. Я хочу познать их тайны. Я не знаю, куда это меня приведет. Чему я могу дать волю. А потому, пока, хочу побыть один. Ясно. Спасибо, что сказал, Эйвор. Что ж, обнимемся? Прощай, Эйвор, брат Волка. Да поведет тебя Один. Не в этот раз, Волка. Теперь я поведу его. Верно? Уильям Майлз, я хотел встретиться с тобой лично. Ты сказал лицом к лицу. И вот я здесь. В каком-то смысле.
рядом, но вдалеке. Очень хитро. Ты и сам проявил изрядную хитрость. Воскрешение, гибернация. Этот план ты готовил много лет, так? Порой приходилось импровизировать. Ты провел в симуляции большую часть последнего тысячелетия. К чему торопиться еще в одно? Из любопытства. Я давно не виделся с моим другом Эйвором. Хотел узнать, чем закончилась великая сага. И ты узнал. Что теперь? Куда держит путь Басим? Как можно дальше, Уильям. Того я и боюсь. Не стоит. Я дорожу кредо, что ведет нас, как и прежде. Но пока что вам не сравниться с теми, кого я оставил. И это нужно исправить. Итак, приступим. Постой. Раз нам предстоит трудиться вместе, у меня есть просьба. Говори. Обнаружен генетический материал. Начато извлечение генетической памяти. Время расшифровки 29 дней, 3 часа, 4 минуты. Вас ждет много интересного, мистер Майлз. Это странно. А как же Рагнарёк? Сумерки богов? Он и правда наступил? В каком-то смысле. Произошла катастрофа, как в ваших легендах. Землетрясения, бури, войны, голод. Мой народ вымер. Наоборот. Но, по твоим словам, наших богов не было. Разве силы природы могли вызвать все это? Как бы объяснить? Ты знаешь, что такое солнечная вспышка? Пожалуй, нет. Сразу объяснить не получится. Не тревожься, все, отец. Времени у нас с избытком.